Так, готов, Энвер? Угу. Так, пишем. Меня зовут Энвер, мне полных 25 лет. Я с самых ранних лет в этой сфере, в этой, как бы сказать, оболочке музыкальной. С самого раннего детства я люблю фольклор, люблю нашу музыку. Часто слышал песни, как папа лично мне пел, лично исполнял на фортепиано. И чаще всего он пел дома песню «Зером да зером». Вот так, потому что мою маму зовут Зера. Ну, вот так сложилось то, что меня с 4 лет отдали в музыкальную школу имени Богатикова. Учился я в музыкальной школе на двух факультетах. Это фортепиано и вокал. Больше, конечно, мне нравилось петь, но папа с мамой все-таки хотели, чтобы я стал пианистом. Музыка — это вся моя жизнь. Конечно, есть шансы победить, и я считаю, что всегда надо принимать во всех конкурсах, во всех фестивалях, во всех концертах, всегда нужно принимать участие. Ну, честно скажи, ты в него веришь вообще? Конечно, верю. У пацана крыша там, ну что, бывает. Надо, чтобы он победил по-любому. Но так складывается то, что я, ну, не всегда, можно сказать так, заикаюсь. Либо когда волнуюсь, например, как сейчас, либо, ну, перед экзаменами, на зачетах, на защитах. Ну, как бы это сказать, мне это в жизни вообще не мешает, не ставит никакие подножки. Можно сказать, даже иногда выручает. Я вот являюсь таким вот, знаете, активным сторонником Инстаграма. Часто скидываю ролики, песни, там спел, там где-то на скале, спел в машине, спел на свадьбе, спел на улице, спел дома. Бывает то, что мне пишут, ты коверкаешь музыку, ты поешь неправильный мотив. Так вот, хочу дать ответ на дворе, сейчас уже 21 век. Я не хочу, чтобы мой народ мысленно оставался где-то там в Ташкенте, где-то там в Самарканде, где-то там в Янгюле. Я хочу, чтобы мой народ мысленно был здесь. И чтобы мой народ жил в 21 веке. То есть сейчас уже на наших свадьбах существует много новых традиций, новая аппаратура у нас. Если я пою что-то новое для тех, кто привык слушать что-то старое, то значит я просто пытаюсь внести что-то свое. Вот здесь вот эта часть, цель, твоя цель — заставить слушателя слушать дальше песню. Угу. Понял, да? То да. есть до саксофона, да, да, да. до партии саксофона. С самого начала ты передал энергетику, все, дальше. Ну, немного, но все-таки есть те, кто сочиняют все-таки свои песни. Будь то в старом фольклорном стиле, будь то в современном стиле. В основном сейчас все пишут каверы. Все пытаются взять что-то у болгар, что-то у румын, что-то у азербайджанцев, что-то у армян. И самое страшное в этом, знаете что? То, что через 20 лет ваш сын, ваша дочка будут считать, что вот эти вот переделанные песни, вот это вот наш фольклор. И вот это самое плохое. Ну, Энвер очень талантливый, способный, амбициозный исполнитель. Текст написал Ридван Халилов, и, естественно, все это о Крыме. В каждое слово этой песни подчеркивает то, что Энвер любит свои песни, любит свой народ и максимально передает эту энергетику. Во многих народах, во многих странах люди с большой сцены переходят как бы плавно на свадьбы. А в нашем народе люди со свадеб идут на сцену.
Так вот, хочу сказать то, что это большая халтура. Нам, к большому сожалению, на сцены выходить еще пока что очень рано. У нас мало тех, кто может спеть на живой звук. Даже те, кто выступают на свадьбах, пытаются просто дать флешечку, выйти, получить 20-25 тысяч, может и больше, умудриться объездить пару свадеб. Некоторые артисты заявляют себя артистами. Но какой ты артист, если ты приходишь, берешь микрофон ведущего, даешь флешечку, и еще и там кто-то нам, музыкантам, звук дай, мало что-то дай, вот этого мало, того мало. Я считаю, то, что нельзя так делать. Мы так привыкли, мы не хотим говорить этих слов. Свадьбы — это халтура. Ты едешь, кушаешь, стоишь, что хочешь там играешь, тебе никто там не скажет: вот тут возьми вот эту ноту, вот тут возьми ноту ля, вот тут возьми ноту соль. А на концерте, на записи студийной, ну там халтура не прокатит. Легче всего написать комментарий, либо сказать где-то за спиной. И ни разу не было в моей жизни такого, чтобы мне из наших старших музыкантов, всех их троих уважаю очень сильно. Ага, просто вот так взял свой телефон, набрал: «Алло, селям, наптом, дома как, папа как, кадам, ты там спел не так, не так, вот это слово, не так, вот этот аккорд был не такой. Возьми вот такой вот аккорд, спой вот это вот слово». Ни разу не было. И вот это вот огромная ошибка наших старших музыкантов. К большому сожалению, нету конструктивной критики у нас. Действительно, человек хром сесля, поэтому уверен, что у Энвера есть шансы на победу. Будем держать за него кулаки. В целом, уверен, что все участники очень талантливые, поэтому в первую очередь, думаю, что было бы хорошо, чтобы наш народ, Бзым Милетимиз, обязательно проявлял поддержку. Кол тут на Иштаракчилерамыз ичун. И пускай таких конкурсов будет как можно больше, потому что, как сказал наш Кадашка Алим, действительно, в конкурсах надо участвовать и себя проявлять, свои таланты, тем более, когда из поколения в поколение такие таланты передаются, как Энверу, допустим, от родных, от близких. Энвер, Аллах Улагидрас. Приняв участие в этом конкурсе, я просто не хотел остаться где-то в стороне. Ну, то есть там взять свой телефон, да, о, вот этот мальчик там участвует, вот эта девочка там участвует. А почему не я? Мне же всего-то 25 лет. И, кстати, я считаю, что этот конкурс все-таки для молодых. Старшие должны нас оценивать, нам давать напутствие, нежели быть нашими конкурентами, я бы так сказал. Вот честно, когда я писал песню, да, я сидел сначала, сочинял мелодию, вроде бы сочинил, а потом текст, написанный нами, не сел на вот эту вот мелодию, и мне пришлось написать другую мелодию. Написав ее, другой текст лег все-таки. В музыке самое главное, чтобы слова ложились на каждый ритм, на каждую длительность. Вот это вот самое главное. Моя песня не о высылке, не о любви, не о свадьбе, не о женихе, не о невесте, как это сейчас у нас у всех принято. То, чтобы сделать такое, чтобы, например, твою песню там исполняли на свадьбе, чтобы твою песню там могли включить под дым, например. Моя песня просто о музыке. Вот так вот. Thank you.
Canımın hoş sesi, deniz nefesi. Yüreğim koşesinde, umut çavlesi. Aynen ile anamdan, o güd babamdan. Men sizlerge yırlayım, bu benim dünyam. Benim yırım yağıray, bütün dünyaya. Yüreğimin sırları, benim yırımda. Benim yırım yağıray, yüreğim yırlay. Vatanımın sesleri, yırımda yaşay. Hayatım yılda, vatan deniz nefesi benim kanımda. Benim yarım yağıray, bütün dünyaya. Yüreğimin sırları benim yarım. Yırımda yaşay.